Они каждый день спешат на помощь к пожилым людям, скрасить одиночество, помочь обогреть душу. 30 апреля – профессиональный праздник работников социальной сферы. Праздник тех, чьи трудовые будни связаны с нуждами и чаяниями людей разного социального статуса, возраста, состояния души и здоровья. Накануне чествовали социальных работников. Помогать окружающим в трудную минуту, дарить им надежду и заботу – профессия и жизненное кредо тех, кто сегодня собрался в зале. В Бендерах вся социальная служба насчитывает около 50 сотрудников. 40 из них – социальные работники. Они опекают более 350 инвалидов и престарелых одиноких горожан, жителей села Гиска и Протягайловка. Порой социальный работник является единственным, самым близким человеком. Он становится просто членом семьи для одиноко проживающих граждан, потому что вся связь с внешним миром осуществляется через этого человека, потому что социальный работник придет, принесет продукты, спросит, как себя чувствует опекаемый, расскажет о последних новостях. Светлана Волкова по специальности бухгалтер, но вот уже 7 лет как сменила профессию и стала социальным работником. Сначала решила просто попробовать, но скоро поняла, что эта работа ей по душе. Сейчас под опекой женщины 9 пожилых бендерчанок. «Мои бабулечки», так ласково называет их Светлана. Возраст ее подопечных от 75 до 85 лет. Приходит она к ним 3 раза в неделю, покупает продукты, лекарства, платит за коммунальные услуги, помогает по дому. Дарить тепло, помощь людям оказывать, и это приятно, вот когда ты видишь благодарные глаза и отдачу от своей работы. Ну вот и вот в этом, мне кажется, большое вот значение, именно отдача, их отдача, душевное тепло и приятно. Наталья Полякова раньше сама была соцработником, теперь ими руководит и помогает решать проблемы пожилых людей. Умение социального работника в том и заключается, чтобы найти каждому индивидуальный подход. Обязательно. Вот выдержка, терпение, умение ладить с людьми уставшими, болезненными. Обычно теплые слова говорят социальные работники, но сегодня благодарность адресовали им. Дарили цветы и поздравления от имени госадминистрации, горсовета, Министерства социальной защиты. В этот праздничный день хочется выразить вам искреннюю благодарность за внимание и заботу, за чуткость и участие к судьбам людей. Спасибо вам за профессионализм, за то, что ваши сердца всегда открыты для добра и милосердия. Ваш труд очень ответственный, значительный, благородный, требующий не только знаний, но и сердца. Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм – вот те высокие жизненные ценности, которые утверждают в обществе работники социальной сферы. Лучшим соцработникам вручили грамоты президента и главы города. А еще для них звучали песни и стихи. Пели со сцены и сами работники социальной службы. Кстати, свои песни они тоже сочинили сами. Исполняли их с задором, юмором и добротой, как и все, что они делают. Ну вот пришла к бабулечке, ей отдала я сумочки, и за ее жилье бегу платить. Да я спешу и в ПДС, водоканал потом замест. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.